В минувшие выходные в Чебоксарах прошел Кубок Чувашской Республики по велосипедному спорту «Маунтинбайк кросс-кантри». Естественные препятствия, холмистых склонов парка 500-летия, поваленные деревья, лесные дороги, неожиданные спуски и подъемы сделали динамичную скоростную короткую гонку. За ходом соревнований наблюдали наши корреспонденты. Кросс-кантри – одна из быстро набирающих популярность в России спортивных дисциплин горного велосипеда, в которой сочетаются сложные затяжные подъемы, резкие спуски и естественные барьеры. Трассу длиной в 1 километр постарались сделать скоростной и очень техничной. По традиции ее проложили на склонах парка 500-летия, однако для самих спортсменов она не показалась сложной. Круг был маленький, а трасса знакомой. Мы сегодня выиграли те спортсмены, которые обладают большей техникой, потому что трасса такая техничная сегодня была. То у кого уровень подготовки на технику был высокий, те и сегодня победили. В соревнованиях принимали участие спортсмены спортивных школ, клубов и других спортивных организаций. Среди мужчин призовые места разделили Лукьянов Сергей, Осипов Станислав и Евграпов Евгений. В женском зачете победителем стала Крылова Олеся. Серебро у Савельевой Виктории, а бронза досталась Саблиенко Диане. Я начала заниматься с 10 лет. К нам в школу пришел тренер, приглашал всех в секцию велоспорта. Я пошла, решила попробовать, понравилось. И так и занимаюсь до сих пор. В дальнейшем планы, конечно, грандиозные, но... Где вы себя видишь? Прежде всего, чемпионом, конечно. Велоспорт набирает популярность. Тысячи людей руль автомобиля поменяли на велосипедный. Но у поклонников горного велосипеда есть свои преимущества. С его помощью легко добраться и исследовать уникальные ландшафты, до которых просто не дойти пешком. Мария Леончик, Сергей Адушкин, Республика.